Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Сегодня мы проводим здесь замечательное мероприятие. Оно носит такой очень хороший праздничный характер. Здесь мы собрали воспитанников детских домов и для них пригласили звезд молодежной сборной России по хоккею, звезд фигурного катания, организовали этот чудесный праздник, чтобы ребята могли порадоваться, провести хорошо выходной день. Рады, что мы смогли сюда привести детей из наших подшепнов детских домов и школ-интернатов. В их глаза мы видим настоящий праздник. Это большая победа для них, потому что они оказались на главном катке страны, в центре событий. Это, конечно, очень отрадно и замечательно видеть. Большой спортивный праздник. Он в том числе посвящен победе нашей молодежной сборной по хоккею на чемпионате мира. И у нас здесь есть ребята и капитан молодежной сборной по хоккею, и один из ведущих игроков этой сборной, Володя Тарасенко и Артемий Панарин. Артем будет учить детей прыгать тройной тулуп, я знаю. Что скажут, показать, попросят, то и покажем. Мы в эстафете участвовали с нашими подопечными. Мы сюда, в общем, за тем же пришли, как бы, чтобы учить кататься. Здесь разные там эстафеты есть, и смешно здесь. Я сегодня в первый раз играл в хоккей. Я сегодня научилась кататься на коньках. Они пытаются действительно за час научиться всему тому, чему мы учились за всю жизнь. Они молодцы, они старались, они хотели. Все, что я могла, я в них сегодня вложила. Может быть, в дальнейшем, когда они будут кататься на коньках, они вспомнят, когда-то Ира говорила, что нужно сделать то-то, то-то, то-то. Я думаю, что это самое важное. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Супер, я готова прекрасно слушать. Научить детей к чему-то, конечно, невозможно, но вызвать желание научиться – это самое главное. Те ребята, которые из детских домов, которым мало кто может подсказать, что нужно делать в жизни, те мальчишки, которые смотрят на Артема, на других спортсменов, они понимают, что есть чем в жизни заниматься, есть чему стремиться. И самое главное, что этого можно добиться. Не, мне тут понравилось все. И каток большой. И хоккейный поле есть. И плюшки вот нам подарили. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Жизнь, она огромная. Нужно находить время, делать добро, отдавать себя другим людям. И то, что такие известные и самодостаточные люди сегодня были здесь, это очень здорово. Мы очень благодарны на самом деле. Искренне, искренне, лично. So please turn on your magic beam. Будущее зависит от тебя. От тебя. От тебя. От тебя. Зависит от тебя. Будущее старик зависит от тебя. Будущее зависит от тебя. Будущее зависит от тебя.